Теперь уже и не до камеры, потому что Киров продолжает утопать в мусоре, кажется, в еще больших масштабах. В соцсетях появилось огромное количество фотографий со свалок, которые образовались около домов кировчан. На Чапаева 63 отходы подолгу не вывозят, а кое-где мусорщики вообще забрали контейнеры, и людям приходится выкидывать мусор прямо на землю. Здесь свалка образовалась из-за того, что мусорная компания забрала 2 бака из 3, и теперь люди вынуждены оставлять отходы на земле. Кстати, мусор вывозить отсюда вообще никто не торопится. Сколько? Да неделю. А кто-то вывозит, не вывозит? Не знаю. Не вывозит. Раньше бачки стояли, сейчас и бачков нет. И вот, может быть, недели 2 назад, 1,5, чтобы не ошибиться, где-то так. Не знаю, месяц, может, не вывозят. А эта свалка образовалась на улице Воровского за известным в городе супермаркетом. Здесь стоит много мусорных баков, и их постоянно опустошают мусоровозы. Но свалку, которая за баками, не трогают. Она образовалась около месяца назад. В соцсетях упоминаются и об улице Юбилейной в Бахте, Новом мосту, Спасской, Труда. То есть буквально любой уголок города. Впрочем, в администрации накануне заявили, что в наиболее проблемных местах свалок поставят в ближайшие дни камеры, чтобы мусорить стало неповадно. Но связи между чистотой во дворах и камерами видеонаблюдения уже второй день подряд не могут найти жители тех самых проблемных адресов. Зачем? Что, некуда денег девать, что ли? А лучше бы это пустили нормально, баночки поставили, а не камеры какие-то девочки. Не поможет, мне кажется. Люди все равно найдут, куда выкинуть.